Всем привет, девочки. Ходила получать посылку на пункт выдачи. Он находится у меня в фикс-прайсе. Пункт выдачи — это у нас пикпоинт. Посылка у меня от Тревгош. Я заказывала там крема себе, дневной, ночной и сыворотку. А, еще тоник. Вот. Ну, я сейчас распечатаю, покажу вам. Ну, так как я попала в фикс-прайс, я, естественно, не обошлось у меня без какой-либо покупки. Взяла я такой рулон бумажных полотенец, у меня заканчиваются. Взяла вот такие вот перчатки для того, чтобы сейчас везде ходить в магазин, там, в аптеке, там, одевать их и выкидывать такие вот резиновые нейтриловые, как они там правильно называются. Это вообще хозяйственные, даже не нейтрил, но обычные. Ходил и выкинул. Закончился у меня ополаскиватель для рта. Ну, мне нравится этот Colgate. Я его беру. Я взяла его в рукав для запекания. Ну, так, чтоб был. У меня есть, в принципе. Вот такой вот чай мы его берем. Мне нравится он в пакетиках. Его в кружку кинул быстренько утром. Заварил, выпил и побежал на работу. Вот такую вот лапшу яичную взяла. Я только взяла ее из-за того, что она дешевле стоит, чем в Магните. Это меня подкупило. Я ее вообще никогда не покупала, но взяла. Ну, для супа пойдет. Сейчас в связи с коронавирусом это будет... как запас. И на конфетки, как всегда, какие-то подкинула в корзинку, даже не видела. А это мы взяли, получается, вот сейчас наведу, томаты очищенные в томатной мякоти. Это такая вкуснятина от Бондюэль. Мы взяли две банки, не знаю, можно еще 55 рублей мы такое, да, в разные блюда добавляем такие томаты. И зашли мы в белорусский магазин, взяли мы колбаску. Вот это вот колбаска лучшие традиции качества. Ну, это как докторская. Вот. И мы взяли какую-то колбасу балыковую из свинины. Попробуем. Мы такую еще не брали. Мы там разные брали, но такую еще не брали. Масло я взяла, в морозилку закину. Вот. Это все белорусские товары. Белорусские товары у нас вышли на 1243 рубля. Чек по фикс-прайсу вышел 649 рублей, и чек у меня по заказу от Ревгош вышел, сейчас покажу, вот сумма 7969 рублей, да, там 31 рубль мы зачислили, там на телефон скинули, в общем, растраты одни растраты. Короче, этот коронавирус, наверное, нас скоро, завтра собираемся опять сходить в магазин, еще там подкупить сахарку, гречечки, еще каких-нибудь макарошиков в запасник положить. Еще там, может, я не знаю, штук пяток каких консерв. Ну, в общем, как-то так. Молли корм кушает, тарахтит своими кругляшочками. Так что вот так вот, девочки. Сейчас распечатаю посылку, покажу вам, и чтобы не шуршать, подождите секундочку. Вот, открыла я коробочку. Лежит товарный чек. Все здесь прописано, указано. Все как положено. Да. Видите, как она упакована, дабы банки не были с этими воздушными кулечками. Извиняюсь за то, что я...
Вот, видите, как упакован крем один, крем второй. Вот он, еще один. Это, наверное, подглазный крем. И вот это вот она, тональная. Ой, господи, какая тональная. Ой, боже, что я не люблю. Тональная. Ой, как она называется? Не мицеллярная вода, а тоник, господи. Косметика у меня была... Крема я заказывала от Люмине. Это дали пробник. Элисап. Духи какие-то. Дальше Кензо. Пробничек. Кремушек от Ланком. Актив. И тоже какие-то Портье. Ну это надо, это крем какой-то, эссенция, вот эта эссенция, а рядом крем, это надо переводить там, что там, для чего там, я так ничего не вижу, мне надо увеличительные эти одевать, стекла, ничего не вижу и плохо фокусируется. Вот это вот, такая вот. Она идет лосьон будет у нас, потом такой вот будет крем ночной и крем дневной. Вот это одна серия. Получается одна серия. Крем ночной, крем дневной. Вот. И вот такой вот будет еще подглазник. Вот. Я бы вам бы хотела показать. Ой, открыть. Ой! Нет, не получается. Я одной рукой распечатать. Ночной крем. Все зафольгировано. Видите, Night Cream. Все зафольгировано, как в аптеке. Все отлично. Глазничек вот такой вот сейчас покажу. Видите? Крем под глазки. Тоже попробую. Расскажу. Дневной кремушек. Вот такой он с SPF-кой. Такой вот от Люмине. Ну, попользуюсь, потом расскажу результаты этого крема и этого бренда.